московское метро, идеальный фристайл состоит... Подожди! Ребята, я с моим другом придумал номер. Антон, у тебя нет друзей. А что ты скажешь на это? Что это? Это единственный в мире дрессированный муравей-барон! Ты только что артиста убил. Но ничего страшного. В гримерке продохла колбаса, я подготовился. Вот он, муравей-барон второй. Ваши аплодисменты, друзья! Извините, убил его, а вот третий муравей. Такого не повторится. Итак, единственный в мире дрессированный муравей. Муравей на другое плечо. Смейка! Антон, может, хватит? А тебе не нравится? Мне нравится. Нет, никому не нравится, Антон. Ты понимаешь, что в зале могут сидеть взрослые люди? Что они скажут? Взрослые люди, прям серьезные люди. Даже мафия может сидеть. Семикаракорская мафия, да? Может и ну, мафия. Ну, посмотрим. Дорогие друзья, в мафию играют во всех уголках мира. И в каждой стране своя маска. Ну, давайте посмотрим. Например, армянская маска. Еврейская маска. Тут глазки просто. Африканская маска. Ну... Когда денег нет, африканская маска выглядит именно так. Если все совсем плохо, то... итальянская маска. Ну, все бывает. Ну чисто поржать, вот такая маска есть. И следующий кирпичик в нашем доме – фееричное выступление номер. Люди часто говорят не то, что думают. Итак, у подъезда. Ну, вот мой дом. Пока! Надо как-то намекнуть ей, что я хочу зайти. Пригласишь на кофе? Как-то помягче надо было, да? Пригласишь на кофеечек? Да, пойдем попьем кофе. Но у меня же нет кофе. У меня элитный кофе. Я только усугубила ситуацию. Коломбо или арабика? Блин, он лезет ко мне целоваться. Это отвратительно. Надо как-то съехать с темы. Сделай мне комплимент. Вот это подача. Надо что-нибудь сказать, да? Просто фонтан идеи. У тебя дверь красивая. Блин, зачем я сказал, дверь же не очень, да? О, Димка идет. Блин, Димка идет. Вот бы по кличке не назвал. Привет, Антон. Хорошо, по кличке не назвал. Слушай, тут говорят, гопники ходят где-то на районе. Как будто накаркал. Вот бы это были не гопники, а модели, рекламирующие Adidas. Ну что, запустишь? Бах! А дверь все равно не очень. Дорогие друзья, для вас выступала команда КВН «Ростовское метро», отделение регионального Южный федеральный университет. Любите друг друга, мы за радость в КВН. Спасибо.
Спасибо, спасибо. Это было...